Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео посвящено советам по поиску в Google. Из него вы узнаете, какие советы можно использовать для быстрого поиска, а какие просто могут оказаться полезными в повседневной жизни. Кроме этого, вы узнаете, где на сайте Google найти советы и ознакомиться с примерами поиска. С советами по поиску в Google заходим в справочный центр «Веб-поиск» и выбираем вкладку «Советы и рекомендации». По состоянию на март 2015 года в справке по Google содержится 40 советов по поиску. Изложены они в непонятном порядке и поэтому не очень удобны для использования. Я структурировал их и выделил отдельно 15 советов, которые могут быть использованы для быстрого поиска в Google. И остальные советы, 25, расположил в порядке убывания по степени полезности для пользователей, исходя из моего собственного опыта. Пока вы не отработаете навыки быстрого поиска в Google до автоматизма, этот список можно использовать как шпаргалку или как чек-лист для быстрого поиска в Google.